Лего, ну вот скажи, вот как ты можешь в Калифорнии вот ездить на вот таком вот тут, я хотел сказать унитазе, ну, большой машине вот с таким вот мотором 5,5, понимаешь? Ну как можно в Калифорнии с этими ценами? Почему? Все о ценах. Если я бы ее не взял бы, я бы дяде Сэму отдал бы большой кусок денег, а он бы раздал велфорщика. Может, это и хорошо кому-то. А почему ты не взял Tesla X, допустим? Она тоже, кстати, подходит в эту категорию, где можно списать налоги по бизнесу. Но она, мне хотелось сказать что-то символичное, знаешь? Такое, что не теряет цену. И вот эта вещь держит цену. Ты очень думаешь, она будет держать цену? Ну, мне кажется, она до сих пор, что я взял, что она так и стоит. Это какой год? 14-й. 14-й год? Сколько денег стоит по маркету? В маркету плюс 50-60. 50-60, да? Ну да, X получается у тебя потеряет цену, если 14 год X, а он с 16, по-моему, пошел, и его можно взять в районе 30. Да, сейчас пускают цену. А был он в районе 100. Ну, честно, для меня это первый такой Mercedes. Разница от Prius отличается. Экономия, во-первых, по бензину, а здесь вообще нет никакой там. Но здесь есть какой-то... Я хочу пояснить, что Илья ездил все время на Приусе, это его как бы любимая машина, но тут вдруг последние сколько, наверное, год где-то, полтора, да? Года, да? Мы видим его часто на этом Мерседесе, вот, и я просто не могу понять, как мог человек с Приуса сесть на G-класс. Я вынужден был, я бы никогда не купил, если бы не дядя Сэм. Налоги американские. То есть, короче, это его просто заставило мучиться на Мерседесе, да, вот понимаешь? Ну, реально просто, как бы, я, знаешь, я ехал в Калифорнию и думаю, ну, все тут на электромобилях, ну, как это, Теслы тут все, а тут человек на вот таком вот, ну, классная машина. Да, ну, слава богу, есть такие схемы легальные, где ты можешь развивать бизнес, вкладывая в бизнес. Но ездите на том, в чем душа. Второй момент, я очень много потерял денег там, до этой машины. И у меня очень много осознания такое переключилось. Что я экономлю, там, езжу на Приусе. И потом я осознаю, если есть возможность, почему не воспользоваться, если я живу одной жизнью. И это, то есть я перед собой стал такой, знаешь, переключилось в мозге, надо жить. Надо пробовать, надо экспириенс получать. Но при этом всем оставаться человеком. Поэтому вот, если вы хотите со мной поздороваться, пообщаться, я простой, доступный, обычный сельской парень. Ну окей, парень, да, остаюсь. Но я же говорю, я ожидал, что здесь будет больше электромобилей, ну и тем более тебя видят после Приуса на такой машине. Для меня это немножко удивительно, вот как бы. Но если не было такого цели и желания, мечты, все-таки, да, душа, если зовет курканью под капотом, да? Да, это такое удовольствие. Крычанью. Да, ну а если вам интересны электрические тачки, вот человек, который будет заниматься и уже занимается электричкой. Да, мне нравится электрика, потому что это что-то современное, что-то вот такое новое, вот, и оно, хотя, в принципе, говорят, что это не очень как бы актуально, даже в Калифорнии это дорого иметь электромобиль в плане, если заряжаться на зарядных станциях. Но я, поездив здесь на Тесле, понял, что есть своя особенность, это в плане сети зарядных станций. Удобство. Все-таки, если ты покупаешь, да, инфраструктура, опять же, я ездил на расстояние 1000 миль за день, у тебя есть эти помощники, да, FSD, автопилот, и как бы я такой, типа, как можно вообще на чем-то другом ездить? Вот поэтому, ну окей. Да, я еще не познал, что такое электричка, это все впереди, но пока что я испытываю то, что люди испытывали в 90-х, да. Ну окей, спасибо большое, что рассказал. Да, спасибо. Интересно. Подписывайтесь на Валика, смотрите, чем он занимается. Недавний мигрант в Америке, как он покоряет эту страну. Человек, который покорил не одну иммиграцию, сейчас покоряет Америку. Следите, если вам интересно. Так что, если ты отметишь меня в Инстаграме, приглашаю всех своих зрителей на вот моего земляка из Днепра. Спасибо. До встречи. Всего хорошего.